привет, друзья и ученики! Постоянно мне приходят вопросы о том, что я думаю о том или ином спортсмене, о том или ином видеоблогере. Хотя я постоянно прошу вас не задавать мне таких вопросов. Почему? Потому что все, что я думаю о методах тренировок, о питании, обо всем, что связано с нашим с вами движением, я говорю в своих видеоуроках и в статьях. И не вижу никакого смысла задавать мне такие вопросы. Почему? Повторюсь, потому что все мои мысли, мои идеи, теории, практика есть в моих видеоуроках и в статьях, которыми я с вами и делюсь. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы, изучая это, видели мое отношение к нашему с вами движению. И нет никакого смысла задавать мне вопрос, присылая видео или статью того или иного человека. У меня просто нет времени и желания изучать ее, тем более, что ничего нового я вам не скажу. Если я считаю, что периодизация – это самое важное в натуральном тренинге, то, прочитав или услышав мнение кого-либо другого, я не изменю своего мнения. Не потому, что я узколобый или однонаправленный, а потому что я изучаю максимально возможное количество информации по этим вопросам, не только по периодизации, а по всему, что связано с железным движением. И на своем опыте и опыте своих учеников и друзей пришел к тому, что периодизация, основанная на циклировании нагрузок через призму различия мышечных волокон, это единственно правильный путь, по которому нужно идти. Блогеры, которые говорят о том, что периодизация не важна для натурала, не понимают значения слова периодизация. Послушайте, о чем говорит большинство и как они понимают периодизацию. Они понимают периодизацию как силовая тренировка, тяжелая, где вы пашете, а другая тренировка легкая, где понижаются веса, может быть, увеличивается количество повторений, но тренировка легкая, лайтовая. Это неправильно. Это вообще не имеет ничего общего с циклом периодизации, о котором говорю я, о котором я рассказываю, показываю и применяю сам. Поверьте мне, как только я перешел на периодизацию и даю ее своим ученикам, а большая масса, основная масса ее моих учеников не используют никакую фармакологию и не хочет этого делать. Как только мы перешли на периодизацию, грамотную периодизацию, на каждой новой тренировке для одной и той же мышечной группы, мы стали прогрессировать. У нас стала улучшаться как эстетика тела всего, композиция, меньше жира, больше массы. Даже при этом, если вы сохраняете массу, которая у вас есть, но теряете жир, это большое достижение. И поэтому переубедить меня, тем более непонятно кем, невозможно. Давайте еще затронем такой вопрос. Что я думаю по поводу того, к примеру, больше всего мне приходит вопросов, натуральный ли атлет шреддер? Друзья, я даже не задаюсь этим вопросом. Мне это не интересно. И я не понимаю, почему вам это интересно. Если вы слушаете этого человека, придерживаетесь его советом, какая разница, что думаю об этом я? И вообще, какая разница, натуральный он или нет? Попробуйте, если вы думаете, что человек с вами искренен, если вы через себя, пропуская все это, идете вперед, прогрессируете, пожалуйста. И не важно, натуральный он атлет или нет, это только на его совести. Хотя так тоже неправильно говорить, потому что наш мир так устроен коряво, что стероиды, которые при грамотном применении не вредят, а медицина современная только показывает, что наоборот, эти препараты помогают мужчинам быть в лучшей форме, лучше себя чувствовать, иметь не только хорошие показатели в тренажерном зале, но и вообще просто люди, которые не тренируются, применяют фармакологию не по своей причине, не по желанию, а по рекомендациям врачей. А на это нужно обращать внимание. Просто нужно понимать, что в нашем мире
приравнял какой-то идиот стероиды к наркотикам. Поэтому, задавая вопрос человеку, принимает ли он фармакологию, это некорректно, особенно если человек выступающий спортсмен. Он не может вам просто дать положительный ответ, даже если он принимает фармакологию. Подумайте просто головой, как человек, который зависит от тренировок, от того, что он говорит, может сказать что-то против себя. Человек, который скажет, что он принимает фармакологию, ставит себя вне закона практически в любой стране мира сейчас. И если он выступающий спортсмен, то это будет дисквалификацией. А если спортсмен еще и известный, который имеет огромное количество контрактов и живет в первую очередь именно на деньги рекламодателей, потому что в нашем виде спорта призовые даже на Олимпии и Арнольд Классик несопоставимы с призовыми в том же теннисе или гольфе. Поэтому, ребята, никогда не задавайте никому вопрос, принимает он фармакологию или нет. Не каждый, как я или Борисов, может сказать вам, что да, он имел опыт приема фармакологии, да, сейчас я долгое время не принимаю фармакологию, да, мне уже за 40, и я подумываю о том, чтобы перейти на гормонозаменительную терапию, потому что это положительно скажется в первую очередь на моем здоровье. И, естественно, нужно понимать, кому задавать такие вопросы, кому не задавать. А лучше никому не задавать. Это тема, которая касается лично человека. И вы не можете вторгаться на эту территорию, если только человек сам не захочет поделиться с вами данной информацией. Получилось долго замутано, но, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И какая разница, шредер, химик или натурал? Никакой. Главное, что человек тренируется, хорошо выглядит, хорошо себя чувствует, как он говорит, дает вам какие-то рекомендации. Пользуйтесь ими или не пользуйтесь, это ваше личное право. Главное, что человек ведет, пытается здоровый образ жизни, делится этим опытом с вами. На мой взгляд, подход, который пропагандирует Шредер для натурального человека, для большинства людей, не подойдет. Это не значит, что я сомневаюсь в том, что Шредер натурал. Нет. Есть генетические уникумы, которые имеют огромное количество гормонов изначально, от рождения, благодаря своей генетике. Вот что значит генетика. И естественно, такой человек для нас с вами небожитель. То, что делает он, что может выдержать он, при какой тренировочной нагрузке, при питании, нас с вами просто убьет. Я вам гарантирую, что 99,9% из вас, кто смотрит блогеров, меня, Борисова, других, Шредера, Семенихина, неважно, кого хотите, смотрите. Но поймите, что натурального атлета, рекомендованная Шредером программа, когда вы тренируетесь 6 раз в неделю, я, честно говоря, не знаю, правильно это или нет, я говорю, потому что я не смотрел только то, что вы мне пишете. Тренироваться 6 раз в неделю, каждый раз в силовом режиме, больше 2 часов, это просто загонять себя в такую жесткую перетренированность, убивать всю свою восстановительную систему, центральную нервную систему. Это вас загонит в плато, из которого вы будете выбираться годами. Почему? Повторюсь, потому что сейчас в мире уровень тестостерона очень низкий у людей. Причем со времен Второй мировой войны, я уже вам это говорил, общий уровень тестостерона у всего населения мужского земного шара упал в 2 раза. Врачи не знали, что с этим делать. Сравните нормы уровня тестостерона еще буквально лет 70 назад и современные нормы. Вы увидите, что врачи просто понизили их в 2 раза, тем самым как бы решив проблему. Но на самом деле проблема не решена, и это показывает, почему мужчины живут сейчас меньше, чем женщины. Уровень жизни, по крайней мере в России, мужского населения 50, максимум 55 лет. Помните об этом, и всегда, когда разбираете какой-то вопрос, думайте головой, собирайте всевозможное количество информации.
Шредер молодец, и я уверен, что он натурал. Потому что есть люди, у которых генетически, повторюсь, при рождении уровень тестостерона, других гормонов гораздо выше, чем уровень среднестатического мужчины. Вот в чем секрет его метода, его успехов. Но если вы будете применять на себе методы Шредера, при этом являясь среднестатистическим мужчиной, вы будете себе только вредить. Что я думаю о Борисове? Я Борисова уважаю, потому что человек грамотно подходит к любому вопросу, к любому ответу, который вы ему задаете. И больше чем в 95% случаев имеет смысл прислушаться к нему. Человек с огромным опытом, взрослый мужик, который говорит правильные вещи. Если вы спросите меня, как я отношусь и кого считаю самым лучшим блогером, ну, не скажу лучше, нет, но больше всего мне импонирует Спасокукоцкий Юрок. Почему? Не потому, что он достиг каких-то больших результатов, чем кто-либо из братьев по цеху. Нет, не поэтому. Не потому, что он один из первых блогеров, по-моему, первый, кто стал делать контент именно по тренингу. А потому что Юрок – человек на позитиве. Посмотрите, кто бы как его ни обсирал, что бы ему ни говорили, неважно, человек всегда улыбается, человек всегда радостен, не отвечает негативом на негатив. Перед такими людьми я преклоняюсь и хочу быть таким же. Раньше я был таким же, сейчас стал более раздражителен, но опять стараюсь работать над собой. Поймите, ребята, берите пример с лучших и именно лучшие их качества. Человек показывает, что он позитивный, потому что, повторяюсь, сколько бы говна на него не лили, он не льет его в ответ вообще, пропуская это мимо ушей. Видно, что человек счастлив в браке, человек испытывает удовольствие от той работы, которую он делает, получая от этого деньги, живя за счет этого. Человек просто счастлив, потому что он счастлив. Не потому, что есть это или то. Счастье – это не то, что происходит с вами позитивное, и вы испытываете счастье. Нет, друзья, позитив и счастье – это внутреннее ваше состояние. Внешняя среда никак не должна на это влиять. Конечно, нас что-то огорчает, что-то нас обижает, но это должно быть там. Мы должны быть выше всего этого. Поэтому группы или блогеры, которые ищут какую-то грязь, всякую хрень, выкладывают потом это в интернете, на мой взгляд, просто люди из грязи. Потому что пытаются подняться за счет того, чтобы оскорбить, очернить, забросать говном кого-то другого. И если вы подписаны на такой канал, это говорит о том, что в вас тоже это есть. Задумывайтесь о том, кого вы смотрите, что вы читаете, что вы думаете, с кем общаетесь. Это очень-очень важно. И не важно, ребята, химик человек или нет. Это его личный выбор. Почему, если от алкоголя только в Америке 700 тысяч умирает ежегодно, и в России, и алкоголиков никто так не осуждает, как спортсменов, применяющих фармакологию. На мой взгляд, это маразм, идиотизм, просто ересь. И кто этого не понимает, тот просто придурок. По-другому я не могу сказать в эфире, потому что многие из вас смотрят видео с детьми. Понимаете, о чем я говорю? То, что реально убивает, влияет на генетику, на потомство, разрешено и продается свободно. И то, что нам с вами говорят, там, после 10 нельзя покупать или что, это все полная чушь, полная ерунда. Но то, что является медицинским препаратом, а заметьте, алкоголь никогда не был медицинским препаратом. Но любая фармакология запрещена. Помимо того, что это неправильно, это еще ухудшает на самом деле общую картину мира вообще везде. Почему? Потому что спортсмены... Бедные люди, которых мы с вами осуждаем, когда кто-то их ловит на фармакологии, а это неправильно, это лицемерие, потому что мы требуем от них рекордов,
мы говорим, что они должны постоять за нашу страну, но когда кто-то что-то делает якобы не то, мы сразу же отворачиваемся от них, обливаем их грязью. Для меня это низко, я испытываю стыд за наше поколение, которое так делает. Почему? Потому что спортсмен вынужден в мире, где все используют фармакологию, чтобы быть в топе, самому использовать фармакологию. И если вы думаете, что на Олимпийских играх есть хотя бы один представитель спорта, который не использует фармакологию, то вы просто наивный человек. А все компании, которые контролируют допинг, как раз-таки и вредят больше всего людям. Потому что человек должен испытывать на себе, применять препараты, которые быстро выходят из организма, чтобы на допинг-тесте его не поймали. И тем самым вредит себе, потому что выделительная система организма испытывает колоссальные перегрузки. И именно это приносит вред организму. Те препараты, которые выводятся из организма месяцами, годами, которые безопаснее препаратов, которые быстро выводятся, просто не применяются по причине того, что ловятся долгое время допинг-контролем. Понимаете, насколько все запутано в нашем мире? Поэтому перед тем, как кого-то судить, осуждать или задаваться вопросом, задумайтесь вообще, для вас это имеет какое-либо значение, как это влияет на ваше мироощущение. И если вы не занимаетесь чем-то, не критикуйте человека. Критиковать человека имеет право только тот, кто хотя бы стоит с ним на одном уровне, делая то же самое, что делает этот человек. Грязь, которая набирает в рот говно и плюется по сторонам, на самом деле, по сути, является грязью и говном. И вас это никак не тронет. Если кто-то в вас кидает грязь, говно, поступайте, как Юрий Спасокукоцкий, пропускайте это мимо ушей. И все, что на вас попало, просто отвалится от вас. А те, кто это делают, всю жизнь будут в говне. И никогда даже не поднимутся, не приблизятся к тому, чего достиг тот или иной человек. А достичь вы можете чего угодно. Все только в ваших головах. Нет ограничений. Препятствия, двери, стены мы воздвигаем сами, только своим мышлением, своим мироощущением. Поэтому я, ребята, призываю вас в очередной раз. Не задавайте мне вопросов, что я думаю по тому или иному человеку, по тому или иному методу тренинга. Потому что все, что я думаю, есть в моих статьях и видеоуроках. Счастья всем вам, позитива, добра. Будьте на тренировках особо предельно внимательны. Помните, что основная масса людей – это люди, которые тренируются не для достижения каких-то спортивных рекордов. И вы в том числе. И воспринимайте любое свое действие, питание, тренинг, восстановление только через призму сохранения и улучшения здоровья. Увидимся в тренажерном зале.